когда мы организуемся, когда выработаем общую теорию, вот тогда птица начнет развиваться. Вот и все. А так вот сейчас у тебя одно направление, у него другое направление, вот третье направление берет, да? Ну и получается. Направление, чтобы не ругаться на что. Да, вот а и все. Надо, да, вот, а здесь надо работать. Тем более это уникальнейшая птица, имея такой хобби. Это же великолепие, хобби. По сравнению с ними, я же говорил вам, у меня были, это было лет 6 или 7 тому назад, вот, в Москве, в Кузьмин, у нас проводили, ну, на День города, в парке проводили мероприятие с выставкой, ну, местной выставкой, я там Тушук привез, ребята привезли, мы организовали, Тушук показали, и выпустили. Я привез и выпустил порядка 30 штук. Ну, значит, выпустил, несколько не выпускал, выпустил спортивные группы, да, и молодых, которые не были на крыше. Значит, помеси были 4 штуки, будем говорить, спортивных, и 4 штуки были помеси одесских, спортивными. Значит, ну старые, естественно, прилетели, ну а молодежь, которая не была на крыше, все, она должна была пропасть. Прошло 3 дня. 3 штуки помеси прилетают именно. Будем говорить, спортивные и одесские прилетают на Голубятни. Причем у меня тогда в Голубятни стояла, одна стояла около станции Люблино, а другая стояла за милицией, 200 метров. Ну, прямая дорога, я имею в виду, асфальтированная прямая дорога. Ну, вот эти бомбы летали от той Голубятни, где они вывелись, это во время рабочего дня, и до той Голубятни, где я содержал Голубей, да? Вот, я прилетаю, приезжаю вечером в работу, говорят, ребята, соседи Голубятни, вот носятся на высоте 10 метров вдоль дороги, туда-сюда, ну, там посидят, там посидят. Голуби, которые не были даже на крыше, молодежь. Это о чем говорит? А у меня Голубятни расположена около железной дороги. Значит, ну, я еще в той книжечке, которой ты... который у тебя есть, который ты фотографируешь, там я не писал, тогда не было теории, волновой теории запаха. А сейчас это уже где-то в конце 80-х годов, эта теория стала развиваться, и сказали, что у людей очень отличное обоняние. Вот. Значит, я делаю выводы, что эта молодежь прилетела непосредственно, использованная именно запахи родной Голубятни и непосредственно хозяина, да? Запах хозяина. Дальше. Железная дорога. Специфический звук. Звук. Слух. Используя слух. Вот. Специальный, да? И, естественно, привязанность к родному месту. То есть... так называемая... векторное притяжение Земли. Ведь вы заметили, если головка снесла где-то не в гнезде первое яйцо, то второе яйцо она тоже, а ты убрал это первое яйцо, а на второе яйцо тоже так же откладывается. Почему? Откуда у нее такая память? Где-то она снесла первое яйцо. Вот здесь. И поэтому мы говорим, что человек, когда выводил эти породы, он задавался определенной целью. Как вот собаки, есть там на зайца, на водоплавающие птицы, да, норные собаки и все остальное, да, так и голубей тоже создавали по такой накатанной дорожке, именно в отношении хоминга, в отношении памяти, в отношении лёта.
А вот это вот, то, что я вам сказал. Я же говорю, я это с птичьего рынка. Я говорю, у нас кот. Я говорю, выпускаю черного. Я говорю, а погода была пасмурная. При пасмурной погоде, говорю. А там уже высоковольтные провода, он стал подниматься и на верхний провод присел. Я говорю, секунд, наверное, 30. Я говорю, это, может, не довольно. Я сидел, я говорю, срывается и в точку. Я говорю, вот в субботу не было, а на воскресенье утром, говорю, я говорю, он прилетел. Ну, вот, потому что ходит. Ну, я их говорю, вот, это... Я считаю, это того ходит после спортивного. Ну, да, да. Я отрапортовал в отношении, давайте, ребята, значит, вот по Москве и Московской области человек 6, кто занимается, да, есть. Давайте вот 6, вот, даю вам сейчас интернет, все, приглашаем, вступаем и начинаем работу клуба. И вот тогда, тогда наша птица пойдет. Вот ты в тот раз середневых я поясных показывал, да? У них совершенно голова другая. Вот, все по сравнению с этим. А данинские совершенно другие. Другие. Вот. Породы, то они другие. А это вот, видишь, и данинские, и одесские, и все замешано. Они, я говорю, правильно, если мы будем одну породу, я говорю, притягивать к другой. Олег Васильевич, еще момент. А вот мне из металлички попал в Украину. Раздел такой, ну, как бы такого внутреннего пользования, она такая прошла. Там очень упор делается на то, что производство колонок. И вот я здесь связал напрямую Припять. То есть, что за время не по линии, а по семейству, то есть через голову подбивала, да? Почему это лепится? Она выползает, неубиваемая она получается. Может, почему? Потому что, если честно говоря, значит, генетикой голубей практически никто не занимается в мире. Вот у нас, допустим, в России или в Советском Союзе нету ни одного доктора наук по голубям. Что, чего, как и почему. Потому что наследственность. Мы будем говорить, что вот мы иногда говорим, что вдруг от красных появляется белый. Это случается очень и очень редко. Наука установила, что это где-то 26-й, 27-й, 28-й, 28-е поколение, вот, когда вот красные вдруг потомству красных дает белого. У меня вот такой вот случай произошел с драконами. Драконы были черные, и вдруг откуда-то появился белый. Или же далекие предки, кто-то там был, вот, один из них был белый, там, совет или сам. Или же, вот, произошло вот такое явление, когда, которое дало толчок для развития домашних голубей, вот, пород. Потому что такое количество пород, которые у голубей не имеют ни одни животные, ни одни млекопитающие, ни одна птица не имеет в мире такого разнообразия, вот как голуби. Еще очень много чем засорили. Голуби редкие, а весна парит. Дают любого голубя, да, там какой-то, как правило, один может пойти, ну, как бы, метисы, там, какого добавили, а другой может пойти и метисита. А потом мы парим игру и получаем потомство игру и думаем, откуда, вроде двух одесситов спарил, а получил игру, выходит бог знает чего. То есть, игру, вот это все возвращается потом. Игру. Да. Он привозит бело. Вон и сидят, вон они. Бело привозит. А я их не слушаю. Такой породы. Никак я не докажу, что это благодарное.
вот, вот, вот благодарность. Вот и благодарность от черного. Я говорю, благодарен. А я ему говорю, давай, посредственно, свяжись с людьми. Зарегистрировать, зарегистрировать, и убедить стандарт, который придет за подписью. Я стандарт вам скажу наизусть. Опять стандарт. Не надо, да, наизусть опять стандарт. Не надо твой стандарт. Мне нужна, как говорится, документальное подтверждение, что порода благовещенских, вот, порода благовещенских белок я, вот такая на сегодняшний день существует. Пока ни в одной литературе, да, а сейчас интернет, понятно. Вот, нету такой. Вот там полно их в этой. Нет, можно я скажу? Полно, картинок полно. Почему? Значит, утвержденный стандарт. Утвержденный стандарт именно города Благовещенска. Можете, я скажу, Олег Васильевич? Если вы главный судья, у вас должны на каждом голубе быть данные все, стандарт, все. А почему у вас их нет? Если вы, как вы можете судить голуби, если у вас ничего нет? Опять, на Благовещенского красноголового, черноголового стандарт есть. И он, посмотрев книжечки, да, я написал, а на белого нет. Ладно, еще. Вот я там армянский поющий. Вы хоть раз слыхали, чтобы они пели? Чиграш, Чиграшо, в нем мастер, в нем нету рисунка, в нем нету. Что шейка бита, что он, в нем нету, и вы что-то первое место ему даете. Во-первых, вы не слышите голоса, потому что он поющий. А так вот Чиграш, Чиграшо сидит, он разношерстный, И вы ему первое место даете. Подождите, и вот, кто дает первое место? Я в том году подавали, прошлый год. Я оценил их непосредственно, как удовлетворительно и вообще. Не а благодарницкие это ваши, да, птицы? Да, мои. Я вот тоже в этом году завел парочку, но у меня. Я увидел картинки, и мне просто да, понравилось. Птица, да, красивая птица, вот и черная, благодарности я, черная. Вы, наверное, спец, я так понял. Ну, по я много лет занимался. Откуда вообще это пошла порода? Это вот... из Ставрополя. Вот после там их... Как я читал, что вообще они выводились как кормилки. Ну, нет, они плохо разводятся. Это неверная, да, информация? Неверно, они не кормилки. Они сами плохо это разводятся, сами по себе. Они, как и сказать, у них гены из его породы, у них самые слабые гены у них. Они плохо очень разводятся, очень... Это капризный птица. Я там много связан с этими, с Старополем, с ребятами. Это же сами никак не поймут, вот, что ген слабый у них. Оно очень плохо разводится. А я-то думаю, что за ерунда такая, ну, голубка как-то сидит она вообще. Да. Ну, то есть я сначала подумал, что мне просто голубка такая попалась. А так вот оказывается они... Вот чем благодарны. Просто их там крестят, выводят в другой свет. А так-то все остается при них. Я видел, что они бойные. Ну, она бойная птица считается, они бьют. И, да. даже видел, там есть ролики, ребята выставляли, я не знаю, чьи, от что прям в вольере. Да. Согласен. Просто, ну как бы объяснить, там совсем другой климат, и там выпускать. Я прямо время выпускалось. В день пропадает один-два, или ворон, или истребает. И сейчас их привел я на вольер. Птица, она дорогая, тут мало кто держит ее в этой, ну, в области, мало кто держит ее. Вот. И так ее, сейчас прошелся по рынку, ни одного нет. Нету. Все, на птичьем тоже. У меня вот друг, ни одного не бывает. Друг здесь знакомый пришел и искал тоже белого голубя, вернее голубку, не нашел. Но у меня пара есть, как бы, и я хотел бы тоже докупить еще хотя бы пару идей, чтобы начать хоть что-то разводить, хоть что-то понимать в этой птичке. И вот я никак ему не докажу. Сейчас прогресс идет вперед. Сейчас выводят гамму, другую гамму. А порода останется одна та же. Вот. Ну да. Вот взять узбека, они резко отличаются друг от друга. Потому что узбек, у них чубы неровные. Ну да. Чубы неровные, как всегда. Ничего на голове, и клюк короче, и лупоглазая. А в голове ее сразу видно, у нее шапка передняя ровная, глаза закрывали, чуб от уха до уха, вот, и нос
средний нос. Это благодарно. Вот у меня красные, вот на, похоже такие. Вот, вот стандарт вот на нее какой вот именно. Просто я там читал, все как-то по-разному пишут. Вот должно быть на заднице, это, да, вот вверху, белое пятно. Это роль не играет. Не играет. Да. Уровень ошибка, уровень вот глаз. Красный, ага. Куровища ошибка. Это не должно быть. Да, не должно быть. Красный, как вот, у дикарины глаз пшеничный. Вот. Чуб неровный. Так, перед торчат, в общем, короче, ночи. Вот, вот не тарелочка. И глаза даже квадратные быть. Ага. Да, не удлиненная такая, не удлиненная. Все, я понял, понял. А квадратная. Чем глаз круче, квадратнее, тем он... Лучше. У меня вот голубка, она гладкая, вообще без чубов. Это считается тоже брак. Нет. Это просто линия такая. Да, есть без чуба, есть носочубая, есть просто хохлатая. А есть, вот самец у меня хохлатый и с рогами. Есть учубая. Ага, вот. Все, я понял. Их четыре вида их. Вот. Ну, я тогда мне подарили вот в этом году двух желтых, ага. Хохлатых просто, без передней чубы. Да, вот у меня такой же. Вот так мне желтая. А так я занимаюсь, большинство занимаюсь учебой. Нет, в 90-е был, сейчас у меня 30 осталось, мне всех вывезли все. Вот, чтобы 90-е было благодарно. Сейчас я их не выпускаю, потому что она... Правильно называется благодарненская или благодарная? Как? Благодаренские. Благодарненские. Да. Есть поселок Благодарненск. Станица Благодаренск. Станица... Дорогие друзья! Вот Сарогузского края, вот там их выбрали. Благодар... Так и назвали, и дали вы это назвать Благодарненские. И станица Благодарненск вывели их там, а еще и это двойные еще вывели. Друга, нет, вру. Которые после войны. В 48 году их вывели их там, после войны, эти голуби. Отдал всю свою жизнь. Красивая птица, голубей. Мне она очень понравилась. У меня красный, прям такого кровяного цвета. Настолько дружелюбный. Я 20 занимаюсь ими, потому что птица сложно, боится, она не кажут, дано держать ее. Она очень капризная. Для нее существовало, не существовало. Я вроде опытный. Я голубей держу с первого класса, голубей держу. С первого класса. Такая же его, да. 7 лет голубей. А вот чтобы вы в каком-то клубе тоже состоите, да? Да, в московском клубе стою, да, в московском. Ну там таких голубей нету. А что вот нам нужно, чтобы вступить в клуб? Ну, пишет заявление, пишет заявление. Ага. Искренние пожелания. Не дают это вот нам. Дижечку. Ну, раньше как-то было проще. Так тебе дают клуб, куда тратить найдешь клуб. И выбивайте место под голубятня. Сейчас другое время мне. Уже это, место трудно выявить. Ну, да. Большое большое голубятня. Сейчас их сносят, а не дают. Да, сейчас тяжело. Да. Раньше как лишь вступил в клуб. А теперь пишите, когда дайте пишите, и пишите пристанцию. Ну, все оформил, вот приехал, это, на Никитор приехал, дети удобно, улетел в местность. О, вот здесь строили. Честь памяти нашего вот, великого земляка, вот получит взносы, скажи. Вот, москвича от... Вот у вас в клубе сколько, примеров взносов? Самого, как говорится, корня. В общем, сейчас я... Только все дрожат, дороги, и на пенсионеры, все половину плачут, на 500 рублей. Практике, ну, 1000 рублей, в общем. Ну, скажи, академиков, а вот какие? Я просто, можно сказать, в этом деле начинающий. Я начал интересоваться за счет этих клубов. Вот плюсы какие у клубов? Что в клубе, вот если ты состоишь в клубе, какие могут быть плюсы? Я читаю лекции. То есть, если я не состою в клубе, я не могу вот так выставить на профессионально, как бы, ну, может, но это как-то тоже надо с ними узнаться. Ого, так-то очень много. Но я простой московский голубятник. Значит, а так основная цель клубов – это обмениваться опытом, голубями. Выше познанием по желанию вести эту птицу. Ладно, спасибо. Вот вы говорите, бакинский вы тоже давно держите, да? Просто сейчас пошло в интернете очень многие рассказывают, что настоящий бакинский, на самом деле у него, по сути дела, нет ни масти, ничего, у него должен быть бакинский стиль полета. Да, стиль полета, он был как это, поднимался, ну как вот, как их тренировал. Вот у меня летали, они поднимаются стаей, там если в небе рассыпаются,
сегодня мы посвящаем эту выставку. Они никогда не летают, они поднимаются в небо, там рассыпаются. То есть, по сути дела, если летают кучи, у тебя постоянно, то это... Это да, это враг, это не больно, да, это не поставка. Такие глубины целы, он должен или летят, он постоянно на место встает. Вот, и сапорист, как говорится, стол, и пошел пить. Бьет, и он продолжает на свое дело опять бьет, опять пошел. Спасибо вам. И столбовые назад поднимаются, начинают это, бить вверх. Если вниз бьют. В общем, как, сейчас много этих бакинских бойных, и стиль бойных разные у всех полета. Вот. Вот то, каких любят бойных птицы. Ну, так, ну, то, что они бескружные, это понятно. Там же в Баку постоянные ветра дуют с моря, да, подъем. Да, и им да. Там не особо-то и тяжело держать свой вес на одном месте практически. И Баку, они обычно держат это, и без разницы. Какой он там мазь, да. Он пенисы там, это, ну, им весь перелет. А у нас пример, да, чтобы была чистота голубя. Чистота. В общем, мы по-другому воспитаны. Да, да. Я тоже стараюсь, хоть и бакинский, но стараюсь по мастям. Да, по мастям, да, так упор не хочу. Они просто держат для лёта. Черный с красным, понятно, и там белый, там сизым. И в общем, у них они все разошёлся, все у них. Они на это не смотрят. Они глядят только на бой голубей. На чистопородную обитуальность, на крас, на гамму, на крас. Вот это да, а то просто очень много, когда, как бы... В том году их выставлял, в желтых. Юрий Васильевич? Благодарствую. Чувствую, меня привез в желтых, вот. Ай, как подошли эти армяне, вот, их 45 было. Ну, продай, ради бога, нам всех мы у тебя возьмем. Я говорю, а что у вас таких там нет, что ли? Он говорит, их нету. Вот. Ты покажи. Бакинцы – это родина, же ваша родина там, ну, вообще. Это бесценный подарок. Такого окраса и такой ленты у нас вообще нету. Титаническую работу, которую, несмотря на какие невзгоды, вот, и в основном смотрю по мастям, это армянские. Вот, они любят масть, да, у них все по мастям идет. Вот я и говорю, вот там все, да поищите, сидите, поищите. Да, поищите, там я видел. Да, сейчас я спорю опять. Этого труда всегда. Кузнецовым, да. Вы видели, как они поют? Нет, не слыхал. И кто когда ты не слыхал? А почему тогда с первого места? Да глядите, ну, не на что, там бы я красный, не породы. Я, кстати, вот подошел, они начали так. Так, я первый раз услышал, как они издают такие звуки. Им цена, ты говорю, вот на рынке, я бы задаром не взял, Ну как же, они вроде из Армении, вроде как-то, знаете, зарубежья, вроде обижать неохота людей. Ну, поэтому с одной стороны, правильно. Да, так, и вроде моих так честно. Вообще, короче, так мы не пришли. Ну, первое место, там же, я так понял, выставка. Ну, не первое место, конечно. Вот. Нет, то есть им дали первое место вообще среди всех голубей как-то, что ли? Нет, среди породы. Среди этой породы. Да, среди этой породы. Я так понял. Да. То есть, кроме них, здесь еще есть такие же поющие? Нету. Нету. Да. Только он... Нету света. Ну, вот, наверное, поэтому и первое место. Да. Потому что нету больше. Да. Понятно. За уникальность, так скажем. Вот эти, говорю, не хуже, их даже по красу намного лучше. И прошли, как они участники. Друзья. В общем, судят, неправильно судят, неправильно. Тут, допустим, вот по голове, там, по стати бакинский как-то должен, или они могут быть вообще различные, могут быть протянуты, могут быть. Корпус более такой сбитый, широкогрудный. Нет, ну, так, все зависит, как все-таки вам объяснит. Просто кто-то говорит, что они должны быть широкогрудные, длинноватые. Да, кто-то говорит, что они должны быть, наоборот, длинноватые, длинноносые. Это в зависимости от породы бакинцев. Сейчас вот много пар вывели этих раз. Сейчас тут все как острые, они узкие, силистые. А это просто пила, вот так круглая пила, как кривона, допустим, только кривона, округлая пила. Ну и нос такой, сказать, длинный нос, тонкий длинный нос.
Есть вот краснодарские, у них прям вообще там нос такой прям это, щучий. Да, щучий. И соседы, да. Они, у краснодарские, они лобастые. Они лупоногие. Хоккеист должен, по идее, хоккеист должен быть. Голоногие. Голоногие, да. Вот. А сейчас уже просто навели уже. Ну, кстати, тоже, да, да. Это тоже хоккеист, споры. Да. Стандарт должен быть голоногие. Краснодарские у них плохо колокольчиком 3-5 сантиметров, плохо не больше. И хохлы задние, колокольные, и хохлы от уха до уха, лобастые. Ну а стандарт на бакинскую птицу, это прописано у нас или это люди приехали оттуда, ну чья птица, и они как, ну по сути дела же правильнее, что но это, они да. должны же задавать стандарт, да. а не Россия. Стандарт, да? как это делается, выпускать стандарт на родине, где их голубей будет. Спасибо ну, большое. Чтобы, они добиваются многолетиями, многолетиями все вывести красивый и со стандарт. Давайте еще раз. Уже потом они прописали. У них есть этот стандарт. Да, да, должен быть, да. Каждый клуб должен свой стандарт быть. В каждом клубе. Вот где птицу вывели, довели до ума, довели ее. Просто как-то неправильно, да, там люди выводили, да, птицу, а мы им присваиваем какой-то стандарт. Да, нет, это неправильно. Они, в общем, как говорят, что настоящий бакинский, бакинского масть, вообще такого понятия нет. У них только есть стиль полета, туда по этим критериям убирают. Они глядят, они не смотрят ни на статик, ни на, так сказать, ни на рисунок, ни на задачу мой. Что мы его помним, любим. Высота полета, у них больше ничего не интересует. Спасибо всем большое и с праздниками еще раз. Вот это да, это важная информация. Конечно, ладно, спасибо очень большое. Дорогие друзья,